Сел я здесь грядку редиски, и осталось у меня несколько бороздок, не хватило семян. И вот думаю, что сюда посеять, и решил посеять сюда кориандру. Никогда вообще не выращивал это растение, не знаю, как оно выглядит. Ну вот, поэкспериментирую, попробую. Посмотрим, что из этого получится. Вот так вот посеял и теперь закапываю. Все, посеял. Посмотрим, что из этого получится. Вот такой вот у меня эксперимент.